Всем привет, с вами Олеся Селезнева. Сегодня в городе Оренбург я проведу мастер-класс на очень живую интересную тему для каждой девушки. Это идеальные губы. Мы попробуем новый бренд Армель, помады разных текстур, а также поговорим о технике нанесения и какими критериями должна руководствоваться каждый из нас при выборе губной помады. Впервые помаду кашемировую номер 60. Мне очень нравится ее ощущение после ее использования. Она такая приятная. Она очень вкусно пахнет. Для меня почему-то это очень важно. И не ощущается на губах. И мне все сказали, что мне такая помада идет, так что в будущем обязательно приобрету себе ее. Это моя вторая красная помада в жизни. И оказывается, очень много зависит от техники нанесения, учитывая, что у меня неровные губы, и верхняя губа у меня чуть поменьше, поэтому сегодня я как раз использовала те знания, которые получила на мастер-классе, и я очень довольна результатами. Ну а что касается помады, текстура, как проявляется цвет и как она наносится, просто обалденно, я прям рекомендую. Я пользовалась матовыми помадами, тем более жидкими. Сегодня попробовала матовую помаду «Пурпур» от Армель. Очень классная, интересно ложится на губы и не сушит их. Прям такая легкая-легкая. Так что приобрету себе такую помаду и буду ей пользоваться. Сегодня я попробовала матовую губную помаду. Мне очень понравилось. Легкость, свежесть, текстура. Вообще огонь. Я в восторге. Я сегодня первый раз попробовала красный цвет на своих губах, потому что всегда думала, что он мне не подходит. В этот раз мне Олеся доказала, что нет, красный цвет – это прям моя единица, я так сказала. Спасибо огромное, текстура волшебная, благодарю. Сегодня у нас потрясающий прошел мастер-класс на тему «Идеальные губы». Все гости, приглашенные, ушли с потрясающим настроением, красивые. И самое главное, всем понравился новый бренд «Армель». Могу сказать, что это не последний мастер-класс в стенах нашего офиса. Следите за информацией, обязательно принимайте участие.